Поговорим о программе формирования комфортной городской среды. Какие скверы и общественные пространства обновились в этом году? Как формируется перечень пространств для голосования? Какие ресурсы задействованы? Смотрите программу «Совет моего дома» 7 декабря в 19:30. Гость в студии Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.